Привет, друзья! Добро пожаловать на 24-й подкаст по русскому языку. Эмрус муасэто фэльдуалим ке мишо нурубуам хоти карт. Алон факат новая мутлакашуна мигам ке альбате хар сэйшу новая стэмроли хам доран ке бэш ми пардрузим. Инфэльго мишо надеть, одеть ва одеться. Хамэйшун бамани лебос пушиданас. Варости мо ту подкасой кабль. Фельхо бамани лебос пошидан хам дождем. Друсте инфель буд носить. Вали феле носить бамани лебос батан дождан хаст. Вахатман баруе лебосы пошидан батуре мамули батуре мукарар. Ин майни румиде. Вали фельхоэ надеть, одеть ва одеться ва джофтхойшун. Мани амале лебос пошидан ро баромон нишун мидан. Хуб белим бебиним ин се джофте фель бухам чи фарки доран ва чи джули мише аз оно истефоде кард. Джофта вали фельхомун мише надевать ва надеть хаст. Надевать эстемроли хаст, надеть мутлак. Хубманиш амали пушидан лебос хаст, ва хатман бада инфель будет лебосе, кеми пушим бьет. Дар подеже чор. Чун надевать что? Чичизеру пушидан. Хуб, сарфель надевать, дар замоне хольчие, будет Чирохас к ним, надева, о хороших сезов к ним. Пасман мипуша, мише, я надеваю. Ту мипуши, ты надеваешь. Он надевает, она надевает у мипушат. Мы надеваем, вы надеваете, они надевают. Масалан. Перед входом в метро я всегда надеваю маску. Кабле ворут бы метру, ман хамеше мозг ми пушам. Я не мозг мизанан. Друст, ин амале пушедан. Инчом манзура амале пушедан и мозг хаст. Перед входом в метро я всегда надеваю маску. Надеваю что? Маска. Дар подежи чоромады. Хуб джофта мутлака, я не надеть замуны хольки надрочун мутлака, милим сорога замуны гузаште, ва феле надевать, феле эстем роли надевать, чи джули сарф мише, будет чи хаз беше ва ла йоли эзофе беше, дросто я не се шекле феле надевать дар замуны гузаште, мише надевал, надевала, ва надевали. Хува мани еш ми пушидам. Дар замона гузаште, маслан муратап тейчан моддат ми пушидам. Хува зиот, хейли зиот эстефуды нимиш, альбате нове мутлак инфель. Дар замона гузаште, биштар эстефуды миша пас биит унру сарф куним. Яни надеть. Бос будет че хас беше л ла йоли эзофе беше. Пас март миге. Я надел, я не ман пушидам. Хунумиге я надела. Бамардмигем ты надел ту пушиди. Бахунум ты надела. Он надел, она надела, мы надели, вы надели, они надели. Он опушидан. Масалан. Он надел куртку и пошел на улицу. Уэмузек харк общен пушид ва равдбирун. Хуб, аз фэле мутлака ничего истефуты мику ним, чунне ду амали почта саре хамру дар гузаште мигем. Друсте, он надел куртку и пошел на улицу. Куртка дар подежи чоромаде, бо он вон маф улем устахим. Йо, учительница надела очки и начала читать. Хунума муалем, инак пуши два шурукарт бэхуне. Шурукарт бахундан. Учительница надела очки и начала читать. Очки бостер подиджи чорумады. Агар фелин надевать ру фелистым ру рирудар замуны ойн дебеки будет
در شکل مصدر بیاد درست فقط بودو بودش بودت و اینو اضافه بشه. باز زیاد استفاده نمیشه در زمان آینده، بیشتر البته استفاده میشه ولی به مراتب بیشتر فعل مطلق در زمان آینده استفاده میشه. فعل ندیه چی جوری صرف میشه؟ بود به ندیه حرف ن هم اضافه بشه و بعد آخر شخصی بیاد. یعنی اینجا یه قانون مشخصی نداره، این صرف یه چیزی مثل یه مورد استثناء است. خب پس من خواهم پوشید میشه یا ندینو. تو خواهی پوشید، تی ندینش. اون ندینت، انا ندینت. می ندینیم، وی ندینیتی، انی ندینود. Оно хуан пухшит. Масалан, что ты завтра наденешь на работу? Я завтра надену серый костюм. Ту фадо чичизиру сарекор хои пухшит. Что ты завтра наденешь на работу? Хуб дарбурели 8% ке хои пухшит. Дросте. Я завтра надену серый костюм. Ман фадо кочалворе хокистери хуан пухшит. Оп, серый костюм, дар подиже чору маде. Я завтра надену серый костюм. Валичон музыка рубиджон и сарф нымиш. Йо, что вы наденете на встречу? Шумо чичизиру баруэ джаласе хоид пушид. Что вы наденете на встречу? Вамирим сурога шекли амри надевать, мише, бо харфа й, надевай, бэ пуш, йо, надевайте. Б пушит. Масалан. Надевайте маски в общественном транспорте. Дар хаклюнахле умуми мозг б пушит. Надевайте маски в общественном транспорте. Инджо ашекле дар шекле амри асфеле истамроли эстефаде кардин чун مثل یک قانون این رو میگین درسته، همیشه بپوشید. الان در دوران کرونا همیشه بپوشید. شکل امری فعل ندید میشه ندین، ندین برای تو یا ندینتی، ندینتی برای شما. مثلا ندین شابکو، на улице холодно. Колохро бепуш, هوا سرده. На улице холодно یعنی بیرون سرده. Улица яни бирун, чизики бирун, просто бирун хаво сарды. Надень шапку, на улице холодно. Йо, дар магазе, масалан, агар мос надали, битун фурушанде митуне беге, дар сандук. Наденьте, пожалуйста, маску. Лотфан мозг бе пушит. Наденьте, пожалуйста, маску. سراغ جفت دوم فعل که میشه ادیوات و ادیت. در واقع خیلی شبیه فعل ندیوات و ندیت هست، درسته، فقط با پیشوند فرق میکنه و در واقع شد برای همین روزها این دو جفت فعل یعنی ندیوات و ادیوات با هم قاطی میکنن و از این فعل‌ها درست در موارد زیاد درست استفاده نمی‌کنند. برای همین اگر شما هم این فعل‌ها رو با هم قاطی می‌کنید مشکلی نیست، چون ما خودمون زیاد بینشون تشخیص نمی‌دیم. ولی فرق گرامری، فرق واقعی بین این فعل‌ها این است که ما با فعل ندیوات ندید که الان بررسیش کردیم لباس رو میگیم که میپوشیم، ولی با فعل ادیوات و ادید کس رو میگیم که بر اون چیز رو میپوشونیم. یعنی معنی ادیوات و ادید پوشوندن هست، بر کسی چیز پوشوندن. یعنی با فعل ادیوات و ادید کسی باید بیاد در پدیش چهار که اون رو بر اون لباسی میپوشیم. خب اگر فعل ادیوات رو در زمان حال صرف کنیم مثل فعل ندیوات صرف میشه، یعنی باید به ادیوا آخر شخصی اضافه بشه. مثلا یا ادیوایو، من میپوشونم، یعنی کسی رو. تی ادیوایش، اون انا ادیوایت. Мы одеваем, вы одеваете, они одевают. Хуб бебинит мобо фели надевать гофтим масалан. Я всегда надеваю маску в метро.
من همیشه مسک میپوشم در مترو درسته خیلی راحت روزها میتونن با اون که اشتباه هست بگن یا всегда одеваю маску в метро با اون که با فعل одевать будет کسی بیاد که بر اون لباس میپوشم ولی ما این دو فعل رو با هم قاطی میکنیم برای همین تو زبان روسی زیاد از فعل одевать و одеть استفاده میشه با اون که در واقع کاربردش کمتر تو فعل надевать و надеть هست ولی خوب اشتباه ما ازش استفاده میکنیم بریم سراغ فعل عدیت در زمان گذشته چون بیشتر استفاده میشه در زمان گذشته فعل عدیت چی جوری صرف میشه باید به جای ت ل لا و لی اضافه کنیم پس مرد میگه یا عدیل یعنی بر کسی لباس پوشیدم خانم میگه یا عدیلا تی عدیل تی عدیلا اون عدیل انا عدیلا می عدیلی Вы одели, они одели. Масалан. Я одела ребенка, и мы пошли гулять. Хонумиге. Ман. Бар бачам лебос пушида, ваму рафтим бегардим. Я одела ребенка, и мы пошли гулять. Я одела кого? Ребенок дар подежи чорумаде. Боз фелестам роли одевать рудар замоне ойндесар. На коним чун рухате вазиот муравач низ. Бит феле одеть рудар замоне ойндесар коним. Будет боз б. Оде. Харфа н. Изофе беше бо... آخر شخصی پس من کسی رو بر کسی لباس خواهم پوشید میشه یا ادینو یا ادینو تی ادینیش اون ادینیت انا ادینیت می ادینیم وی ادینیتی انی ادینود و باز باید اینجا کسی بیاد که بر اون لباس میپوشیم ولی خیلی راحت روزها میگن مثلا من کت شلوار رو خواهم پوشید یا ادینو کاستیوم با اون که باید بگم یا ندینو کاستیوم ولی کسی زیاد همه بیخیالن راحت از این استفاده میکنن یا ندینو کاستیوم درسته ولی زیاد میگن یا ادینو کاستیوم من کت شلوار رو خواهم پوشید خوب شکل امری فعل ادیوات مثل فعل ندیوات شبیهش باید یو اضافه بشه ادیوای ادیوای تو برکسی چیزی بپوش و ادیوایتی ادیوایتی فعل ادیت شکل امریش میشه ادین ادین یو ادینتی ادینتی و جفت سوم فعل ها که در مقایسه با فعل одевать و одеть کاربردش بیشتره اگر به معنی واقعی فعل одевать و одеть نگاه کنیم جفت سوممون میشه одеваться و одеться одеваться استمراری هست одеться مطلق ببینید این فعل ها سه داره توش چون این فعل ها سه دارن با این فعل ها هیچ وقت چیز یا کسی به عنوان مفعول مستقیم نمیتونه بیاد. یعنی اینجا ما نمیتونیم بگیم چی چیزی رو میپوشیم. خوب هیچ لباسی بعدش نمیتونیم بگیم. میتونیم چی بگیم؟ میتونیم این فعل ها رو خالی بگیم به معنی لباس پوشیدن است. یعنی مثلا آماده شدن برای رفتن به بیرون و برای همین لباس پوشیدن. خوب؟ یعنی نه اینکه لباس رو بگیم ولی کلن بر خودمون لباس بپوشیم معنیش اینه یا میتونیم بگیم چی دور ما لباس میپوشیم یعنی چی جور لباسی ما میپوشیم و این چی جور لباسی یعنی نه خود لباس ما اینجا باید بگیم ولی قید باید بگیم مثلا میتونیم بگیم одеваться тепло یعنی تپلو قیده درسته لباسی نیست قیده ولی معنیش لباس گرم پوشیدن یا برعکس одеваться легко یعنی لباس نازک پوشیدن اینجا легко باز قیده خود لباس نیست قیده یا مثلا одеваться стильно یعنی مدرن لباس مدرن پوشیدن لباس مد پوشیدن одеваться стильно خوب ولی این همه کلماتی که میاد قید از خود لباس نیست خوب بریم فعل одеваться فعل استمراری одеваться رو در زمان حال صرف کنیم باید باز تی هز بشه و آخر شخصی اضافه بشه ولی سیا یا سی باید بمونه یا одеваюсь
Ман либос ми пушам. Ты одеваешься. Он одевается. Она одевается. Мы одеваемся. Вы одеваетесь. Они одеваются. Оно либос ми пушан. Масалан, ты идешь на работу? Да, сейчас одеваюсь. Ту миль сарекор ореалон дорам либос ми пушам. Хуп паскас яз мой антизор дороки мой милим сарекор. Мо белим сарекор дросте ва ми порсеким. Ту сарекор мили, я не барнома ати неки мили, ва шумо ми гид ореалон дорам либос ми пушам. Ни ми гим чи либос, дросте вали мазором ун инеке мо долим омоды ми шим либос ми пушам айно. То белим сарекор. Йо, она очень стильно одевается. У ему она с либосе хейли мод ми пуще. Хамище дар зиндеги. Салехе хуби доре тепка мод либос ми пуще. Манзуре инчомле ине. Она очень стильно одевается. Йо, в России зимой нужно тепло одеваться. Дар Русие дар замездун будет либосе гарм пущит. В России зимой нужно тепло одеваться. Альба ты ничего одеваться бы шекли маздару маде, чун бо нужно миют. Хуфба тепло кейдас. Я не лебосы гарм пушидан, тепло одеваться хаст. В России зимой нужно тепло одеваться. Ху, фэле одеваться, фэле эстам роли одеваться дар замоны гузаешь тэчи джудли сармище, будет баджу тю л ла ю лизов и бэше, вабадэш ся ю сим. Хуп, пасмарнмике, я одевался, ман либос ми пушидам, я одевался. Хунумике, я одевалась. Ты одевался, ту либос ми пушиди бемар. Бахунум, ты одевалась. Он одевался, она одевалась, мы одевались, вы одевались, они одевались. Масалан, мы опоздали, потому что ты долго одевалась. Мо дир сиди, мо дир кардим, чун ту дождь, тулони либос ми пушиди. Хоп, мы опоздали, потому что ты долго одевалась. Маслан шоухар бэху нумэш миге шикоят микуны, яни унрумахку микуны. Чун ту тулони либос ми пушиди. Бос не мигим чи либосе, дросте дар худе фель одеваться, хамун либос пушидан хас, бедуне мушахас, гадан либос. Ва инфель кейт хамрохаждора, дросте долго одевалась. Одевалась как? Чи джюри либос ми пушиди? Тулони, потому что ты долго одевалась. Ху фель мутлаке одеться, дар замоне гузаште бос. Чебует, чербует хаскуне, валу ла йоли эзофекуне. Пасмат миге, я оделся, ман либос пушидам. Хунум миге, я оделась. Ты оделся, бамат мигим, ты оделась, бахунум. Он оделся, она оделась. Мы оделись, вы оделись, они оделись. Масалан. Он оделся и вышел на улицу. У ему закар либос пушит, ва рафт бирун. Хуп. Бос не мигим, че либос пушит, моем низ. Инке либос пушит, ва рафт бирун. Дросте ду амаль пошта сарахан ми от баро ахамин асфеле мотлак будет, эсте фото иконим, асфеле одеться. Он оделся и вышел на улицу. Йо, сегодня утром я проснулась, позавтракала, оделась и пошла на работу. Эмрус суп е хонумиге. Эмрус суп ман бидор шодам, суп хоне хурдам, либос пушидам ва рафтам сарекор. Сегодня утром я проснулась, позавтракала, оделась и пошла на работу. Бос, либосики ми пушим моим нисун рунымигим. Хуб бар ми гардим бе фэле эстам роли одеваться, дар замон ОНД будет бе шекле маздар бе монадросте. Ва мише я буду одеваться, ман либос хуам пушит. Ты будешь одеваться, он будет одеваться, она будет одеваться, мы будем одеваться, вы будете одеваться, они будут одеваться. Масалан, в России я буду тепло одеваться. Да Русие ман либос гарм хуам пушит. Хуп ты ему да, дросе ты ему датики да Русие хуам буд муратаб либос хуам пушит. Нанки егбор, дросе баро хамин будет асфеле эстемрори дар замоне ОНД эстефодекуним. В России я буду тепло одеваться.
Ва фэле одеться, фэле мутлака одеться, дар замоне ойнде бус будет харфа «н». Бэгире ты сарф. Баджуэ тю харфа «н» миёт ва бадэш о харашахси ва ся йосю. Масалан, я оденусь, ман лебос хуам пушит. Ты оденешься, он оденется, она оденется, мы оденемся, вы оденетесь, они оденутся. Маслан, когда ты оденешься, нам нужно идти. Туке лебос ми пушимо будет берим. Хоп, мой мисчи лебоси, инчо бахутерайся, худа лебос ними туны бьет, дуросте, мой имени туке омоды мисчи, дуросте, баруэ рафтан берун. Когда ты оденешься, нам нужно идти. Ваше клямрие, фэли одеваться, фэли стэмрули одеваться, мише бои бос. Одевайся, ту, не лебос бэй пуш, одевайся, йо, одевайтесь, барочему, одевайтесь. Маслан, одевайся, пойдем гулять. Лебос бэй пуш, берим берун, берим бэгердим. Одевайся, пойдем гулять. Хоп, йо, одевайся тепло, на улице холодно. Лебос и гарм бэй пуш. Хаво сарде, инбирун хаво сарде. Одевайся тепло, на улице холодно. Буинке фахат баро якбор инрумиги, мини баро якбор дастур митим, наинке хамище, вали инчо миту нимас, фели эстемролиесты, фуды кудим, куним, одевайся. Чун хаминалон инрумиги, ва мише, мо интуримигем дарзендеги. Одевайся тепло, на улице холодно. Йо, одевайся скромнее. Они лебосы содетар бэпуш. Ину барой хамишхе мигем, дросто я не мибеню масланке, маслан хонум хэле лебосы боз мибуше, йо маслан лебосы хэле поранге, ва мо мигем, йо лебосы ке маслан хэле джаз миконе. Мы митуним бегем, одевайся скромнее. Я не махджубтар, лебосы махджубтар бэпуш. Скромный, я не соды махджуб. Ва фэле мутлакэ одеться, бос харфанны миот, дар шекле амриеш. Барой ту миша оденься, лебос бэпуш оденься, барой шумо оденьтесь, оденьтесь. Маслан, оденься тепло, на улице холодно. Лебосы гарм бэпуш, хаво сардас. Хуб бэбинет бос гофтим дар мурэд габль. Одевайся тепло, на улице холодно, миша гофт. Ва, оденься тепло, хам, миша гофт. Чун барое фахац якбор инрумиким. Барое якбор, дастур якборы будет асфэлем утлакасты фудэкуним. Друста, оденься тепло, на улице холодно. Йо, оденьтесь нарядно на праздник. Барой джашн, лебосы, маслан, лебосы маджлыси, мишагов. Не, лебосы кашанг бэпушит. Нарядно, нарядно. Хейдхаз бос, дросте худа лебос низ, хейдхаз. И не батуре кашанг лебос бэпушит. Лебосы кашанг бэпушит. Оденьтесь нарядно на праздник. Чун джашны, инру, то усиемикуни, йо дастур митим, то... Лебосы кашанг бэпушит. Оденьтесь нарядно на праздник. Азбит бос на сиджи гирикуним, ке джофте фэле надевать, надеть, бару боть, еле босе стефуды мишики унру мипушим, фэле одевать, одеть, буе каси, стефуды мишики бар ун лебос мипушим, ва фэле одеваться, одеться, бедуны лебос, вабидуны хичи митуны эстефуды бэше, вабидуны лебос боет эстефуды бэше, вали митуним ке кейт ке норач бэзолим. На сегодня это все. Это ваше домашнее задание. Пожалуйста, переведите эти предложения на русский язык. Если вам понравился этот подкаст, пожалуйста, поставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и расскажите о нем своим друзьям. До встречи на следующем занятии. Удачи вам. Пока-пока.